На конкурс дети читают стихи. Иван Хмельницкий, 1 А, защита Деда Мороза. Мой брат меня перерос, доводит всех до слез. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, в него не верь, но вдруг сама открылась дверь. И вдруг я вижу, входит дед, он с бородой, в тулуп одет, тулуп до самых пят. Он говорит, а елка где, а дети разве спят? С большим серебряным мешком стоит осыпанный снежком пушистый шапки дед. А старший брат твердит тайком, так это наш сосед, как ты не видишь, нос похож, и руки, и спина. Я отвечаю, ну и что ж, а ты на бабушку похож, но ты же не она.